Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и как я и обещал в обзоре к этой игре, сейчас мы с вами сыграем одну партию в Darkest Dungeon. Всё-таки как можно более наглядно это будет, вы поймете, понравится вам игра или нет, именно вот сыграв партию. Итак, у меня тут 24 героя, давайте для начала глянем, куда мы можем отправиться. Ну, у меня, видите, уже есть и 5 уровня, и 4, и 3, и 2. Но я, вот видите, есть тут парочка мест для чемпионов, для 5 уровня. Ну, например, герои 5 уровня, сейчас я этих уберу. Это с прошлого путешествия у меня остались. Вот, например, герои 5 уровня, так, этот у меня пьет. Видите, он, я не стану тратить время на эту увеселительную прогулку. То есть 5 уровня уже в 3-й данжен не пойдут. Ну, вы знаете, что я вот в эти 5-уровневые и сам боюсь идти, на самом деле. Поэтому я вам покажу сейчас какой-нибудь 3-го уровня и без боссов. Вот видите, тут есть босс «Убить ведьму», и тут нестабильная плоть. Этим мы заняться не будем. Вот мы сходим либо сразиться в комнатах, в заповеднике, в чаще и в руинах. Надо только решить, куда. Но куда идти, лучше всего вот смотреть по награде. Во-первых, что вам требуется? Вот купчи, картины или статуи. Я сейчас хочу прокачать кузницу. Хочу вот более крутое оружие и броню. Поэтому мне нужны купчи. Так что мы пойдем в чащу. Но тут еще, вот видите, награды, артефакты в данном случае. Вот лунное кольцо мне не очень нравится, потому что оно работает только когда факел меньше 25. Хотя я вам в обзоре говорил, что желательно факел по максимуму держать, но здесь есть и такие партии, и такие артефакты, которые, наоборот, в темноте работают круто. То есть, наоборот, все как бы выворачивается наизнанку. Ну, не очень я люблю такое все равно. Вот этот артефакт-то получше. Плюс 12 меткость. Правда, уклонение. Тут вообще, кстати, артефакты в этой игре... Здесь не бывает прям полностью супер артефакт. Обязательно какую-нибудь гадость тебе еще делает. Ну и 20... Вот из этих, то, что вот нам предлагают, конечно, круче всего кольцо сосредоточения. Тем более, что оно очень редкое. Но мне нужны купчи. Да и тут и денег, видите, меньше дают. Тут 11250, но, правда, оно долгое путешествие. Видите, у нас тут два привала будет. Слушайте, давайте сходим в долгое. Я вам хоть покажу подольше, да, два привала. Или не затягивать, наоборот. Видите, ладно, не буду затягивать, с одним привалом сходим. В общем, нам в чащу надо. Теперь давайте выберем героев. Я, пожалуй, возьму всех героев 3-го уровня. Ага, тут вот интересно будет. Я возьму чмо. Это у меня выродок. Он, интересно с ним то, что с ним не захочет пойти вот висталка, ведь я не буду работать, и рыцарь не захочет с ним пойти, потому что они не любят этих вот. Ну, это как бы баланс на самом деле, потому что слишком круто было бы идти. Нам придется, тут, собственно, два только в игре лечащих чувака, это вот оккультист и висталка, поэтому придется брать оккультиста. Возьмем Аскольда Запашного. Так, и мне нужно кого-нибудь на 3-ю позицию. Ну, видимо, Пансу возьмем. Ну, я вот, кстати, не очень люблю. Я вот прокачал, конечно, разбойника до 4-го уровня, но я разбойников, вот поиграв уже в эту игру, мне не очень этот класс нравится по-хорошему. Ну, нам надо кем-то заполнить, потому что оккультист уже есть, а эти двое просто не пойдут сейчас в партию с выродком. Так, теперь надо их одеть в одежке. Я всегда снимаю все украшения и распределяю заново, вот, по ограничению класса. Так, сначала на выродка. Вот это очень классная штука, потому что выродок, он, у него такая особенность, он превращается... Ну, он, в общем, этот... Вурдалак, он превращается в такого волка сильного, и при этом вся остальная группа начинает стресс испытывать. Так вот, этот артефакт снижает стресс. Ну и плюс 15 защиты никогда не помешает, собственно. Хотя, знаете, можно ему на первое место что-нибудь дать на урон. Потому что защита, нафига вот ему защита по-хорошему?
Давайте ему что-нибудь на урон лучше дадим. Вот, например, плюс 15% урона, если факел больше 50. Тут и скорость больше, и уклонение. Правда, плюс 10% от стресса. А вот плюс 25%. Правда, меньше скорость и меньше возможность крита, но плюс 25% на первой позиции и не повышает стресс — это норм. Нам вообще в эту партию брать с собой какие-нибудь артефакты, которые повышают стресс, очень не рекомендуются. Так, давайте Аскольду Запашному сразу. Вот у меня есть два тут артефакта минус стресс. Вот еще книга о здравом уме. Тоже дадим Панси. Так, при смерти. Значит, что тут у Аскольда есть на его класс? Плюс 46 к навыку оглушения. Но он, понимаете, он у нас будет в защите стоять. Поэтому я бы лучше ему дал что-то на уклонение. Вот в данном случае, видите, есть уклонение у него. Что тут еще? А вот 10 защиты еще. Правда, 10% урона от стресса. Это я не хочу. А вот еще на уклонение. 2 скорость и плюс 8 уклонения. А вот тут плюс 4. А вот плюс 15, если факел более 75. Во, давайте лучше эту маскировочную накидку дадим. Потому что он меня будет, я его буду в защиту ставить на пансу, например, и, соответственно, на него будут нападать, а он будет уклоняться такой. Так, отлично. Что мы дадим пансе? Так, специальных, я смотрю, ему артефактов никаких нету. Плюс 10 защита. Ну, давайте тоже скорость и уклонение. Ну, правда, подождите, он у меня будет в защите стоять. Нафиг надо. Вот лечащие навыки мы дадим Магомету. И что мы ему еще дадим? Ну, минус скорость не хочется давать. Давайте вот лучше скорость и уклонение. А Панси, соответственно, тут все минус скорость. Минус 2, минус 1, а это плюс к урону. Тоже не фонтан. Ну, душевный бой. Минус 10% стресса. Слушайте, может, этот один дадим. Видите, мы же этому не дали ничего на минус стресс. Давайте Магомету тоже минус стресс. Ну, это важно, потому что этот чувак у нас будет много стресса давать моей команде. А Панси мы тогда... Ну, давайте... Нет, ну, уклонение ему нафиг надо. Его будет защищать Аскольд Запашный. Сопротивление еду тоже не надо. Сопротивление перемещению. Блин. Вот бесполезно это все на самом деле. Он так под защитой будет. Ладно, давайте эту дадим. Снизим много скорость. Так. Проверка. Что у нас тут взято из способностей? Так, так, все правильно. Глубокий порез. Ой, блин, чихнул, извините, пожалуйста. Спасибо, спасибо всем, кто пожелал. Так, прицельный выстрел, неприцельный только на первой позиции. Ну вот и нафига мне она, если только на первой работает? Он будет у меня на третьей стоять. То есть вот неприцельный выстрел мне, в принципе, нафиг надо. Картечный, прицельный выстрел тоже норм. Так. Порез вены, кровотечение делает. Кстати, а что у нас тут? У него какие проблемы? Кстати, видите, в чащу ему нормально будет пойти. Как раз минус 20% урона в чаще. Так, давайте-ка мы ему прокачаем. Где тут панса? А, во-первых, видите, ему прокачать можно все, и плюс еще что-то взять. Глубокий порез, либо порез вены. Но мне кровотечение, конечно, больше нравится. Нормально, давайте кровотечение возьмем.
Так. Где у нас панса? Взяли вот 4, видите? Сразу видно, на какую позицию ему лучше стоять и какую цель ему лучше атаковать. Больше из тех вот навыков, что взяты. Так, Магомед. Так, надо что-то продать. Могильная воровка, дрессировщик. Вот эти, я ими практически не пользуюсь для дрессировщика, поэтому их продам. Это вот оккультисты, но я, видите, не дал сейчас Магомету, потому что, ну так они, редко используют, ну, по-моему, не самое. Тем более, что в чаще мистиков там особо нету. Так, прокачиваем. Чмо надо прокачать и оскольд запашный. Блин, денег надо, а денег фиг знает где. А сейчас еще, а еще запасы нужны, там тысячи две или три надо на запасы еще. Вот, блин, что ж продать. Так, ну, продам вот этот защитный замок, наверное. Потому что я выродками тоже мало ими пользуюсь. А, и кристалл пера, наверное. Так, что нам тут важно прокачать? Ну, превращение. Видите, будет меньше стресс. Хотя плюс 8, и там плюс 8, и тут плюс 8. Что же больше? Больше сопротивления яду и больше урон. Прокачаем. Так. Здесь пока ничего не будем. Вот у Аскольда Запашного важно нам сторожевой пес прокачать. Ну, зализывание ран не очень. И вот метку, наверное. Хотя он защиту только снимает. Бросок гончий. Ладно, лучше возьмем припасов. Все, отправляемся в чащу. Давайте еще раз глянем. Так, у этого наоборот в чаще плюс. У Магомеда что? У него никаких ни минусов, ни плюсов в чаще нету. У этого в заповеднике, а в чаще тоже ничего. И Аскольд Запашный. Но вот это не очень, видите, минус скорость. Против мистики. Ну, так. Вот это тоже минус 15% урона в первом раунде. Не очень классная способность, откровенно. Берем припасы. Так, с одним привалом мне обычно вот 16 факелов хватает и 12 еды. Так, 900 всего. Возьмем ключик, 2 бинта... 2 святой воды. Ну, все, пожалуй. Поехали. Ну, сейчас вот долгие подготовки, но я думаю, оно того стоило. Вы себе примерно представляете, как тут готовится экспедиция. Так. Corruption has soaked the soil, почва здесь пропитана ядом. И в чате прекратилась всякая жизнь. Нужно изгнать отсюда зло. Ну вот у нас карта. Собственно, вот где мы появились. Мы уже исследовали путь. И вот тут вот этот значок означает, что здесь будет какой-то сундук с сокровищами. И стопудово будет битва. Более того, вот тут еще тоже будет бой. Так что пока идем. Ну, содержимое мешка, что нашли, 50 золота, мало. Еще мешочек, 500, уже веселей. Так, и сейчас будет битва, 82, ну, по идее, меньше 75 не должно стать. Да, не стало. Отлично. Мы их застали врасплох, поэтому мы сейчас будем все ходы первыми сделаем. Я даже не буду пока защищать, я думаю, что я их поубиваю с первого раза. Не буду, наверное, даже превращаться в чудовище. Сделаю. Просто ход пропущу. Ты выжил, смотри. Ну, он сдохнет, видите, по-любому. Все, ну это легкий бой. Такое начало.
Так, подожгем факел и заходим. Сейчас будет явно серьезная битва. Да. В первую очередь надо вот этих двух чуваков уничтожать, особенно вот этого. Он дофига стресса дает. Так, начинаем с защиты панцы. Зачем я делаю защиту? Потому что тут сразу плюс 22 уклонения. И если атакуют панцу или этого, еще отметка, блин. Посмотрите сейчас, что это будет. Обалдеть, да? Так. Перекинем его в начало. Ух ты, гад, еще уклонился. Так, начинаются проблемки. Сразу, видите, стресс тоже дополнительно получили. Так. Кого мы проатакуем? Пожалуй, сектантку колдунью. К сожалению, не убили. Ну, я думаю, добьет. Нет, панца не добьет. А если будет пистолетный выстрел, давай. Одного стресса. Ну, это то, что 10, это на самом деле страшен стресс, а не вот. Это все вылечится. Так. Знаете что, давайте мы обратно в человека, и он вылечился, и у тебя так что стресс снимем с него. Видите, минус 10. Так, продолжает панцу защищать. Этот вот демоническая тяга мало того, что перетягивает вперед, так еще и трупы убирает. Да елки, да ты достал, ну! Гад, уклоняться. Ладно, давайте сначала прицельный выстрел. Мало урона наносит, но потом он добавляет пансе количество урона, и он будет уже больше давать. Вот видите, плюс 18% урона, плюс 9 меткость. Не знаю, почему они... А, потому что метка стоит. Стоит метка на моем чме, и поэтому атакуют в основном его. Когда метка снимется, будут атаковать вот панцу и... Так. Ну, наконец-то. Ох, блин. Вот этого чувака надо просто первым выносить. Просто первым. Так, 7.13, а так 8.15, и еще будет кровотечение. У него сопротивление 30% кровотечению, нормально. О, вот я еще и убил. Все, отлично. Эти сейчас будут просто бить, они больно бьются, но это уже не страшно. У меня есть лечилки. Но не очень, конечно, хорошо проведен бой. Многовато я стресса получил. Так. Снижает урон. Этих 40% оглушению. Ой, не оглушению, а кровотечению. Да, нормально. Ну вот видите, и уклонение, потому что у него офигенное уклонение основное, 66 уклонений, по нему вообще никто не может попасть. Это у нас все лечится. Ну, это, видите, у него все работает только на второй позиции. Давайте, кстати, мы перейдем на вторую позицию в данном случае. Правда, у меня, у него, видите, перчатки дебошира, которые процент урона повышают. Ну, что поделать. Надо этих добивать каким-то образом. Ослабляем, видите, я на них минус урон повесил. Они, если даже попадают, то такой низкий урон. Ну, давайте его защитим. Они на него постоянно нападают.
Так, 6 уронов, 7 жизней у него осталось. Давайте этого. Impressive. Поранил, а потом будем просто по ним стрелять издалека. Но этот уже сдохнет, как вы понимаете, вообще без нашей помощи даже. Так. Желчь. Или уже давайте окончательно снимем стресс и вылечимся. Че уж тут. Так, этот сдохнет, это мы понизим урон. И защита. Умер. Еще выжил, смотри. Ну все. На этом бой, слава богу, закончился. Еще всякие ему. Отметка это тоже ослабляет. Можно пользоваться. О, получили ключ, герб. Это гербы помогают отстраивать ваши. Ну вот, так, поставим его обратно на первое место. Открываем. Сундук, когда вы открываете сундук, надо ключ использовать. Отпер потайное дело. То есть мы больше получили. Так бы мы, например, получили бы только 6 кубчиков, а так 6,3. Ну, предположим, я не знаю на самом деле, сколько бы мы получили. Так, к сожалению, дальше разведка нам ничего не показала. Будем идти на ощупь. Разведка не всегда срабатывает. К сожалению, мы не купили лопату, так что мы сейчас получим стресс. И... немного урона раскапывая. Очень неплохо, кстати. Так, еще надо обязательно больше 75 нам держать. Так. Мы можем на каждой клетке нарваться. Видите, как сейчас. Но мы и застали врасплох нормально. Так, считаем. Шесть, а если так? Давайте по всем выстрелим. И... хоть одного убьем? Нет, не убьем. Что, превращаться, не превращаться тут? Может постоять, пока они его выпасят, он будет стоять лечиться. Офигеть, кровотечение. Еще и нам Магомета моего. Офигеть. Ну, вот видите, а сейчас он атакует Панцу, но так как в защите стоял Аскольд. Блин, ну это фигня. Сопротивление болезни только что было. Блин, 3 раунда будет... печально это все. Маленький урон. Ну, вот хорошо уклоняется он. Да. Защищать Пансу, а атаковать. Кого-нибудь да убьем. И, к сожалению, раньше меня ходят. Блин, он сразу, конечно, Пансу начал атаковать. Но тут у него уклонение есть. Харе, почему опять кровотечение? Сколько у него было тут? Кровотечению-то 60%, 70% у Магомета. У всех по 70% вообще, блин. Блин, еще 8 урона получит. Ладно, знаете что, давайте-ка мы вылечим его.
наносите 12 урона. А, ну придется и на него бинты потратить. Foolish horrors. Brought low and driven into the mud. Так, что у нас тут? Тут, ну, слава богу, никого. Идем дальше. Вот видите, вот у него неприятная особенность, что он может без спроса, но в мешке, вот в этих мешках, слава богу, ничего плохого не бывает. Вот у него это компульсивность, сильное желание выполнять определенные действия. Так, сейчас у нас... О, вовремя я взял. Так бы у нас, когда меньше 75, начинаются штрафы. К... Хочу я становиться пока здесь. Чем дольше мы не используем стресс, играя за этого чувака, тем лучше. Но эти болезни разносят. Могут сейчас меня заразить. Могильный укус на Магомеда. О, не, не зашибись. Но это не самые вот эти сложные личинки, так что можно спокойно стоять. Поменять местами Аскольда и Чмо. Seize this momentum. Push on to the task's end. К сожалению... Ну, блин, тут урона, конечно. Будет это уклонение. Ну, вообще... Он хотя бы со второй позиции будет... Что-то там накидывать иногда. Блин, опять... Чушь, я лопату, ну, у меня денег не было на лопату. Iron, you must rely on flesh and indefatigable purpose. Так, этот аппендикс мы изучили. Ну, тут есть небольшая проблемка в игре, сейчас нам придется возвращаться. Почему я не могу вот сразу выбрать сюда и вернуться, например? Сейчас придется идти. Ну как, нам, конечно, тут стресс еще капает за то, что мы идем, но он не такой большой, что... заставлять игроков прямо идти от начала до конца. Когда возвращаешься, то стресс просто по единичке отнимается, а когда в неизведанные территории заходишь, он довольно серьезный. Так, у нас есть возможность один раз сделать привал. Значит, всего у нас комнат 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, так что надо как минимум 5 комнат исследовать, только потом привал делать. Вот, вот. Подъедим немного. Так, пенек. По-моему, в пенек... Ну вот, блин, в лес, слава богу. Слава богу, ничего нам... Ничего не произошло. Но в пенек, по-моему, надо лазить, используя бинты, если мне не изменяет. Либо лекарственные травы. Так, тут тоже ничего. О, вот теперь разведка. То есть она тоже с определенным условием происходит. Так, вот тут будет какой-то фонтан. Ну или там не фонтан, может тотем, еще что-нибудь, которые могут бонусы дать. А вот тут опять же сокровища. Ну пойдем сюда, сейчас в битву попадем. Опять этот бормочущий безумец. Так. Мы его вперед Магомедом, я надеюсь, перетащим. Давай, только не уклоняйся. Следующим ходом будем уже панцей добивать. Хотя мы можем вот и звериную желчь вылить на него. Сколько он будет? 3 урона в ход. А у него нету? Нет. Хотя вот у собачки 80% яд. А сколько у него? 3 урона? 4. Уже не умрет, если так, буквами. Оглушение. О, вот это научно. Давай, оглушайся. Отлично. Следующим ходом стоп. Даже уклонение не помогло. Смотрите, 22 уклонения. И в
зад его перекинули. Ну, нормально. Кстати, уже больше половины у Магомеда. Вот же ж, блин. Slowly, gently. This is how a life is taken. Почему раз на него чаще нападали? Так. Единичка осталась, да? Ну класс. Гандон, извините. За ругательство. Тварина. Сопротивляются. Так. Ну, кинем желчь, тогда они точно, наверное, раз на собачку не подействуют, да, сопротивление. Но ослабление зато уже меньше будет в следующий раз. Так, давайте-ка мы собачку вперед. Этот сдохнет. И болезнь получил. Ну, вот это не самая плохая болезнь, хотя для Магомеда все-таки минус меткость, но плюс урон. Но все-таки урона-то нету особо. Его защитим. Хочу добивать собачку, хочу лечить. А вот теперь... защитим. О, вот я угадал. Лекарственные травы дали. Лекарственные травы снимают штрафы, которые могут мне. Так, что у нас тут? Вот на этого товарища можно бинты использовать. Блин, еще дали. Ну как? Почему я лопату не дам? Почему так тут без бинтов я бы вам не советовал лазить, потому что наверняка можно болезнь подцепить. Ну его нафиг. Осталось 9 стресса Магомету, и он получит у нас. Да, знаете что, мы сейчас, наверное, вот исследуем эту комнату и будем... О, сейчас я боюсь. Сейчас, ну как боюсь, зато вам весело будет. Сейчас Магомеда, думаю, у Магомеда психоз случится. Давайте-ка его защищать. Шима, она в этом еще не ходила, что нормально пропустит ход. Так, ведьму давайте вперед вытащим и почикаем. Блин, да что ж ты делать будешь? Что она мне наложила? Ну, метка, то, что метка он поставил на Аскольда, это меня устраивает. Сейчас мы еще уклонение на него прокачаем. Норм будет. Будут все его атаковать, а у него тут уклонение. О-о-о. Ну что?
опять ведьма сзади. Ну, ё-моё. Конечно, приятно по трём сразу стрелять, но вот видите, штраф на урон минус 60%. То есть лучше, по-моему, одним ударом пытаться хоть кого-то убить, чем... О, видите, всё, минус одна собачка, например. Так, до этой он, по-моему, и так дотягивается, да? Нет, не дотягивается. Надо вперед опять вытаскивать. Проблема в том, что вот эти атакуют тоже, переходя на клетку вперед. Поэтому давайте-ка мы попробуем лучше Аскольда получить. Уже стало доброй традицией, что мои видео выходят при поддержке 2GIS. Адреса, расстояние, время работы и другая детальная информация о городе в одном приложении. 2GIS, если быть точным. Заходите на сайт 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачивайте приложение для вашей платформы или операционной системы. Уклонение уже 44, все равно собаки. Ну вот, хоть этот уклонился. Так, теперь что? Давайте еще яда накинем на бабушку. Поблюем на 6 урона, 3 хода. По идее, за 2 хода она должна умереть. Так, 6 урона, 12. Продолжаем в защите стоять. Выстрелим. 6 урона. Нам надо бы 5 урона нанести бабушке, и она тогда сдохнет, да? Она уклонилась. Ну, что ты будешь делать? Убьем кого-нибудь. Еще и не убили. Уклоняйся, давай, у тебя уклонение уже плюс 66. О, все, сейчас психоз будет у Магомета. Проверка, проверка на решимость и паранойя. Оу, е! Сейчас вы будете наслаждаться в течение всего остального похода. Уклоняйся, давай, все норм. Так. 6 урона, у нее 5 здоровья, 6 урона. Так, она сдохнет по-любому, так что давайте мы... Кого? Этот тоже сдохнет по-любому. Давайте вот эту собачку добивать. Умерла. Всего лишь с паранойей у Магомета вышли. But a victory, nonetheless. Так, на незапертую шкатулку ключ не надо применять, она и так не запертая. Ну, короче, я уже пробовал, там ничего нам не дадут просто. Так, ну, видимо, 2, 3, 4, 5 комнат мы исследовали. Давайте вернемся обратно и здесь устроим привал. Хватит уже кровоточить. Ну, ладно, покажу вам так уж и быть. Давайте вот панцей. А? Герой заражается от остатков. Ну, он сопротивляется. Он, видите, у него есть сопротивление болезням, так что не получилось ему сейчас. Вот, правда, 30% всего. Не получилось мне его заразить, извините уж. Так, давайте устроим... Gathered close in tenuous firelight. У меня еды дофига, так что можно по максимуму. Так, что у нас тут? Все спутники снижения стресса. Вот это неплохая собакотерапия. И надзор гончей тоже неплохая штука. Так, 5 часов еще осталось. Спутник, только герой.
только героя. У этого... Так, давайте вот на Аскольда наложим минус 15% от стресса. И, видимо, на Магомеда тоже. Защищает от ночных нападений, но я и так уже взял собаку. Просто тут, когда мы просыпаемся, есть вероятность, что нас застанут врасплох, и мы вообще полностью в темноте будем драться. Это очень-очень не очень нехорошо. Только герой повышения стресса. Не, Маговету повышать стресс мы не будем. Процентный шанс. Ой, давайте попробуем. Только одному повысилось, отлично. И этому еще вот Аскольду снизим. Все, на 30% от стресса, отлично. Все, встаем. Ну, не будем уже читать. As the light gains purchase, у нас сразу битва нас поджидает. Ну, у нас 100%. Ой, блин, это я чувака очень ненавижу. Коллекционер, он периодически появляется. Это один из боссов, но он периодически появляется. Ну, мы хоть его врасплох застали. Так. У него защита вообще есть? У него защиты нету, так что использовать прицельный свист не имеет смысла. Так, кого мы защиту поставим? Давайте на Фарсу. Ну, знаете, ослабляющее проклятие на него тоже не особо, потому что он сам по себе мало атакует. Он сейчас просто будет вызывать... Вот, давайте оглушение. Ну, блин, оглушение всего 70. Тут нам придется, видимо... Ну, давайте сейчас попробуем оглушение, но я сомневаюсь. А нет, прошло. Но нам придется, видимо, стать... Сейчас первый начнет. Нет, не начал. Так, давайте еще ослабление. Он сейчас вызовет своих миньонов. И станет самым последним. Вот, вот это проблемные ребята. Так, 10-19. Ну, отбрасыванием. Отбрасыванием. Просто отбрасывая, мы можем попробовать этого вперед вытащить тогда. Рваная рана маловато. Так, давайте. Еще этот вперед выходит заодно. У нас тут у него... Ну, я промахнулся. Ну, класс, класс. Обожаю. Это я почему вес... Вот это вот, как бы... Собранная висталка, видите, она просто голову улечить будет. Мне этого очень не хочется. Нам главное тут голову убить, тогда он постоянно будет призывать вот этих всех. Так, что у него тут на перемещение? 45%. Ну что, можем вытащить. С другой стороны, можем бездонную артиллерию попробовать. 6, всего 6-9. Мне надо вперед его вытаскивать. Отлично. Охрану на этого встал. Это такой странный рандом. И мочим чувака. Мочим. Это очень важно. Вот. Тут вот рандом в мою пользу, потому что он ведь лечил какую-то фигню вместо того, чтобы лечить основного реципиента. Так, 6 урона, 3 раунда. Нормально. Защиту панца встаем. Не трогаем этих, потому что как только мы убиваем кого-то из них, он призывает еще одного. Отлично. Нам везет, что они немножко безмозгло действуют, конечно. А вот лечение головы. Вот уже не безмозгло началось. Так, панцирь защищаем. Сингулярный страйк. Класс.
Так, 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 так. Давайте-ка бездонную артиллерию на этих задних. 32. Отлично. Класс, 5 баллов. Еще раз эту коллекцию покажет. Так, по идее, если его висталка не вылечит, то мы его сейчас убьем. Отнятие жизни, он бы сейчас полечился, если бы попал. О, всякую фигню лечит, класс. Все, зашибись. Зачем вот это плохо? А, ну мы, знаете, мы его убьем выстрелом. Вот я сейчас не могу его, ну как, я могу, конечно, атаковать, но атакуя этого, я нанесу урон этому, так что у меня нету смысла. А вот так, если я сделаю сразу два, а нет, все равно я нанесу урон тому. Ладно, давайте ему висталку добьем. Он все равно умрет от... А вот своим разбойником сейчас, вот эти три урона, сейчас я его должен убить. Потому что я наношу урон и защищающемуся, и того, кого он защищает. Тогда действует и на защищаемого тоже. Так, что мы сделаем? Давайте минус 75 защиты, нифига себе. На это. Ну, давайте, блин. Будем этого мочить. Так, сколько тут раундов? 3 раунда. Ну, блин. Фигово. Еще усиление. 75 защиты, блин. Так, ладно, давайте его вперед вытащим тогда. Вот 75 защиты, у него будет вот урон. И считайте, 3 четверти урона будет сниматься. Он неплохо себя, конечно, обезопасил. Так, будем вот так делать. Раунда у него этот урон. Ай, блин. Ну, давайте снимем защиту ему немного. Вот уже только 25% будет. Так. Голова Дисмоса. Плюс 25% урона. Но и 20% урона от стресса. Так себе. Я, кстати, очень редкая, да, но очень дешево продается вот этот артефакт. Так, вот здесь можно, кстати, уже и ключик использовать. В брошенном багаже. Маловато. Ключ 200 стоит, а мы 375 получили. Так, вот эта штука еду даст, если мы на него травы используем. Тут только вопрос... Ну, хотя можно, почему бы и не взять еды, в принципе-то. Хотя не так много, но они лечат, кстати, если что. Правда, одна еда всего плюс 2 здоровья, но... Как говорится, на безрыбье и рак щука. Так, норм, поехали. По старой схеме. Да, эти будут больно биться, кровотечение будут давать, да, еще и ослабление, блин. Блин, вот это я... Надо... Теперь защищать Магомеда будет. Так, давайте-ка мы опять новую форму примем. Попробуем этого отбросить. Или мы вообще можем этого убить за один. Ну давайте. По минимуму. Так. Таскиваем вперед. О, блин, он еще вперед обряд. Неудачно.
нас этого чувака могут до разрыва сердца сейчас довести. Надо его защищать. Так, кого мы порежем? Ну, ё-моё, ну, блин. Ну, не то, что как бы особо страшно, но дело в том, что сейчас будет на панцу нападать, а нам надо защищать. Блин, вы видели? И теперь я не могу его защитить, представляете? Потому что параноик тупорылый. Блин, жопа. Я сейчас боюсь, что нам доведут до стресса Магомета. Знаете, что мы вот так сделаем? Одного мы хотя бы убили. Отлично. Стресса не будет. Потому что эти не дают никакого стресса. Они просто, ну, убивают. А полечиться мы сможем всегда. У нас тут есть кто лечит, слава богу. Так. Сколько уже? 9 снято. Давайте. Даже сам чмо уклоняется. Ну, это уже уклонение тут тоже прокачано. Плюс 66. Так, двоих мы не можем убить? Не можем. Ну, давайте кого-нибудь одного тогда. The ground quakes. Еще немного снизим стресс. Ну и гончий, наверное, уже добьем, да? Чего ждать? Да елки-палки. Ну, он сейчас умрет в любом случае. Может, полечить кого? Все. Так. As victories mount, получили, so too will resistance. Получили герб. Так, надо только на место вернуть всех. Тоже важно не забывать. Так, в палатке путника. Вот если бы я помнил. По-моему, то ли... По-моему, вообще невозможно очищение, если не изменяет память. Но там мы можем карту найти. Но можем и стресс получить. Давайте, знаете, что панцирь тогда... Да, карта местности, отлично. Ну, что, нам ничего не показали? Класс. Зашибись, бесполезно. Так, 75. Используем пикелок. О, ловушка. Надеюсь, никакого стресса получили. Ну, вот видите, уже пошел заполнение этой. Вот когда вот это полностью заполнится, все, будет разрыв сердца у Магомета. Так, ну, жрачка у нас есть. Так что... Не будем тут лазать. О, блин. Так, вспомнить мне, что этот великан делает. Удар веткой, суматошные споры, ядовитые споры. Ну, он на два первых, по-моему. На двух первых удар веткой делает. Давайте в защиту. Ну, кстати, хорошо, что его назад откидывают. Он сзади, по-моему, не очень хорошо атакует. Не знаю, превращаться мне, наверное, стоит. В данном случае. Одна готова. И что у него кровотечение? Как раз самая низкая... Видите, сопротивляемость кровотечению именно, так что будем его резать. Буду резать, буду бить, перемещение вообще максимальное, так что и снизим ему урон. Чтобы он поменьше урона наносил. Блин,
критический урон. О, да, вот это. Вот это самая жопа, конечно. Когда меняют местами нам. Это печалька начинается. Так, давайте-ка мы ему еще урон снизим. Слава богу, собачка атакует всякую фигню. Так, давайте дальше великана резать. Ну, вот сейчас будем долгая дорога вперед. Откинем, а сами вперед выйдем. Сопротивление перемещению. Жаль. Что ты от нас скрываешь, говорит Магомед. Да, что ты скрываешь. Так, великана продолжаем резать. 9 уронов каждый ход. Это фигово. Яд лечится противоядием. Противоядия у меня нет. Так, собачку надо убить. Потому что... кровотечение не самый лучший спутник. Получит в итоге. Вот опять нас перемешают. Ну, нормально. Это меня устраивает. Precision and power. Все, он сдохнет, да? Да. Заканчиваем. Monstrous size has no intrinsic merit. Ну что, ключи у меня закончились, к сожалению, да? То есть ничего интересного я уже не достану. Ну, то есть я что-то возьму из этого ящика, но... я бы мог с ключами больше взять. Так, уже герб некуда класть. Что мне... так, давайте-ка вот 3 еды съедим. Идти не по... еда не помешала. О, разведка сработала. Пошли дальше. Ну, блин, ну зачем? Ну, видите, у него сработало. Нужно потрогать. Сейчас заразится чем-нибудь. Нет, нет. Фу. Эту проходим мимо, даже не смотрим туда. Понял, чмо? Нормально. Аскольд нас ведет. Так, да, кстати, надо поменяться. Или может так оставить? Он, в принципе, сзади-то неплохо работает. Пока оставим. Так, ну, это можно без проблем эти мешки осматривать. Там ничего не будет страшного. Тут пока вот разведка показала, что... покушали. Разведка показала, что тут никаких проблем, поэтому я только сейчас сжег. Так, осталось 2 комнаты. Остались всего 2 комнаты. Кстати, я не знаю, ну, я ничего не хочу выкидывать. Между прочим, вот я еще собачке не давал. Я не знаю, важно ли кем исследовать мешки. И зависит ли от этого, что мы находим. Блин. Ну, вроде ничего не произошло страшного. Так, и тут ничего. Ну все. Последняя комната, и мы счастливо закончим
Нет, давай ты не будешь трогать, отлично. Carelessness will find no clemency in this place. Ладно. Все, последняя комната. Не знаю, будет ли тут битва или нет. Да, будет битва. О, тут и этот чувак, и... кстати, видите, у нас святая вода не использована. Но вот на гробу, по-моему, как раз святая вода одна нужна будет. Но мы сейчас, во-первых, покормим собачку. И святую воду можно использовать. Ладно, не на этого. Этим мы давайте панцирь защитим. Так, этот у нас режет заразного великана. Этот тянет бабушку. Да ё-моё! Так, и на этого давайте святую воду. Святая вода увеличивает сопротивление ведь яду, кровотечению и болезням. Так, ну, используем превращение. В принципе, тут стресс должен выдержать. Вот отравляет эта вот фигня. Да, как, конечно, суматошная скорая. How quickly the time turns. Ослабление. Ну вот то, что метка на пансу, меня очень сильно устраивает. Потому что тогда будут атаковать Аскольда. А вот это меня не устраивает. Уклонение 29 у бабушки, конечно, хоть меткость нам не снизили. Да блин. Не, ну уклонение высокое, ну что это, что мне... На что я надеюсь вообще, в принципе? Блин, может Магомеда начать защищать? Он впереди. Вероятность того, что его будут атаковать, выше, чем пансу. Так, вот этого надо убивать. Да блин, ну почему по минимуму, да? Отлично. Отлично. Так. Продолжаем резать. Отлично. Зря я нарядился в красное, говорит Магомед. Вот сейчас он что-то без моей воли сделает из-за паранойи. Понятно. Ну, вот это меня тоже вполне устроило. Так, может, закончим уже бабушку? Давайте бездомной этой... мочканем, потому что она как-то уклоняется постоянно от моих. Так, тут вот три до стресса у чма. Ладно, мы очень великаны. Вот это хреново. Все, проходит на решимость и... Отлично. То есть, вот видите, есть вероятность, что он не психоз получит, а наоборот плюс. И это значит, ну вот видите, тут плохой перевод на русский, что-то проблемы, но он получает определенные бонусы из-за того, что он прошел тест. Я хотел полечить пансу. Надо защищать уже пансу теперь. 5. Да ладно. Да ладно. Блин. Тут до стресса рукой подать. Так, ну давай, бабушка, иди вперед.
Блин, Пансу надо было. Слава богу, это ты за паранойей отказался. The bigger the beast, the greater the glory. Все. Вот мы и прошли. О, какой-то амулетик. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Так, видите, у меня уже места нету ни на что. Ну, этот факел нам не нужен, как и собачье лакомство нам не нужно. Берем купчую в первую очередь и амулет. 100 золотых нафиг надо и 250 тоже нафиг надо. Нет, пока мы сейчас гробик попробуем. В гробик слазим. Посмотрим. Ну, в общем, я считаю, что гроб будет святая вода. Хотя, ну, попробуем. Нет, видите, не возымел действия. Ну, я не знаю. Ну, давайте глянем. О, спрятано сокровище. Отлично. 600 золотых. Ну, короче, нафиг надо. Ну, на самом деле, можем вот еду съесть. А, все, больше не лезет. И заполнено. Тварь. Из-за паранойи он не жрет еду. А вот дальше начал жрать. Параноик хренов. Так, ну все, заканчиваем задание. Driving out corruption is an endless battle. Ну, все, что мы получили, заработали, ну, в принципе, 14 тысяч, почти 15 тысяч, нормально. Я вот считаю, что за поход 10 тысяч и больше заработали, то это очень неплохо. Ну, гербов тут немерено, купчих, ну, мне главное купчие, потому что гербов у меня и так много уже накоплено, а там для кузницы, для улучшения кузницы, так... Все до четвертого уровня дошли. Аскольд у нас получает пустую кровь. Отлично. Панса громилой. Ну, для стреляющего этого 10% для рукопов. Ну, хотя тоже неплохо. И, ну, все положительные получили. Все положительные навыки. Это редко бывает. Возвращаемся в город. Сейчас я еще распределю, кому там лечиться от стресса, кому просто лечиться. Видите, 51-я неделя закончилась. Тварь у меня успешно вылечилась от... Видите, было в первом раунде минус скорость и минус 5 уклонения. Это для могильной воровки не очень классно. Так, давайте посмотрим по стрессу. Ну, давайте сначала от болезни его будем лечить. Первую неделю. А от стресса уже позже. Так, Аскольда 1050. А в трактире сколько будет? Тоже 1050. Так, давайте сначала глянем, сколько у нас тут стоит улучшить кузницу. Нет, еще не хватает купчих, ладно. А монастырь можно улучшить? Что-нибудь? Нет, нельзя. А трактир? Тоже ничего нельзя. Просто можно было снизить стоимость. Ну, нельзя так нельзя. Так, чмо у нас, по-моему, только в медитации, да? Да, снимает стресс только медитации. Ну, и нормально. А тут есть для него местечко. А панса, по-моему, только... А, ну вот видите, например, у него две способности, да, которые... друг друга нивелируют, и я их убирать точно не буду. Вот ему нельзя играть, но при этом он еще, у него шанс проиграть деньги. То есть ему нельзя снимать стресс, играя в игры. Но я его и не буду отправлять играть в игры. Я его отправлю вот в бар. Пускай алкоголизм все зарабатывает. Так, снимем вещички все. Ну, в принципе, на этом все. Пишите в комментариях, как вам понравилась игра. Надо ли вам показывать еще какие-нибудь путешествие. Если вам понравился этот прохождение, я тогда в следующий раз, наверное, уже партии 5 уровня куда-нибудь схожу. Например, вот 3 зараженных трупса задействовать, предположим. Так что, по-моему, игра замечательная. Давайте глянем в дилижансе. Я все жду арбалетчицу. О, есть арбалетчица. Отлично. Так, давайте как-нибудь ее переименуем. У меня есть арбалетчица Уллиншпигель. Кто у нас там еще? Гуд. Вот Робин Гуд, но это женщина. Давайте назовем как-нибудь... Блин. Даша Гуд. Вот она у нас будет. Все, тоже надо прокачать. Так, давайте по уровню рассортируем. Я тут еще много кого прокачивать. Первого уровня есть.
третьего уровня. Вот уже раз, два, три, четыре. И, в принципе, есть партия уже пятого уровня, нормально идти. Так что, если понравится, сходим пятого уровня. Все. На этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Вы слышали Лешу Халецкого. Не забудьте подписаться, пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры.